13 июля около 4:30 утра поступило сообщение о пожаре Скирдысена в деревне Александровка Кармянского района, сообщает Гомельское областное управление МЧС. В результате возгорания уничтожено 15 тонн фуража. Сотрудники МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 27 тонн сена. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 10 июля в агрогородке Оттор Чичерского района мальчик играл со спичками. В сарае он увидел детскую коляску, чиркнул спичкой, и синтетическое покрытие моментально вспыхнуло. Огонь перекинулся на сено, которое находилось там же. До приезда спасателей МЧС пожар тушили своими силами. Пламя успело повредить шиферную крышу и стены. По данному факту проводится проверка. МЧС напоминает о необходимости постоянного контроля за своими детьми. В силу возраста и любопытства они не всегда осознают, какой опасности могут подвергнуться себя или окружающих. 12 июля в 14:20 в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле деревни Зеленая Будокошелевского района потерялся пенсионер 1955 года рождения. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина около 6 утра поехал вместе с женой в лес за грибами и заблудился. Прочесывая местность, сотрудники МЧС нашли потерявшегося грибника на грунтовой дороге около лесного массива в 3 километрах от деревни Клиновица. Состояние пенсионера было удовлетворительное. Медицинской помощи он не нуждался. Министерство чрезвычайных ситуаций обращает внимание гомельчан. 18 июля с 21 до 22 часов на территории строительного магазина КСК будут проходить тактика специальное учение МЧС. Просьба к жителям и гостям областного центра не паниковать и сохранять спокойствие.